сети вышла первая серия югорского сериала «Мам, пап, я продюсер». Медиапродукт был снят благодаря участию съемочной группы в проекте «Вышка», который организовал продюсерский центр «Красная лодка» при поддержке фонда гражданских и социальных инициатив Югры. Отмечу, что все актеры сериала живут и работают в Сургуте, а музыку также писали местные авторы. Сама картина посвящена молодому человеку, который последовал за мечтой и отказался от должности программиста. Он задался целью снять клип для знаменитого рэпера Басты. Молодежный сериал затрагивает проблему отцов и детей, исполнение мечты и нахождение своего «я». Добавлю, что первую серию можно посмотреть в официальной группе сериала ВКонтакте. Главное — клип снять. Короче, я придумаю идею, возьму оборудование, найду офигенные локации актеров и сниму классный клип. Масштабненько. Да, только тут одно не вяжется. Нужны деньги на съемку. Ничего, кредитка? Нет. Легче почку продать.